Здравствуйте, друзья! У нас в Санта-Крус гости. Гости эти обладают некоторыми уникальными качествами, которые их роднят. Значит, одно качество, кроме очков там и так далее, кроме того, что девочки обе, значит, одно качество такое, они учились обе у нас в школе. Вот Лариса сделала ручкой, вот. Лариса у нас училась на кампусе. А в кино у нас бывало? Один раз. Хорошо. А Алиса у нас в кино не бывала, и училась она в онлайне. Это, значит, одно качество. Второе качество, они обе из Техаса. Даллас. В районе Далласа живут. Есть еще третье, они работают в одной компании. Тестируют программное обеспечение. Ну, вам ручку золотят, не обижают? Нет. Денежку платят? Да. Ну, хорошую денежку, нормально. Для Техаса очень даже хорошую. Вполне хорошую. Хорошая. Ну, а чего вы в Калифорнии, чего? Ну, у нас митинг будет в компании в понедельник, потому так. Что у нас наш главный офис находится в Калифорнии. Так. В общем-то, где я и работала, то есть потом меня перевели в Техас. И вот в понедельник у нас в компании митинг, поэтому мы прилетели чуть-чуть пораньше, чтобы показать Алисе Калифорнию. Я раньше здесь не была. Да, понял, да, понял. А где были? В Лос-Анджелесе. Один раз. В Калифорнии только в Лос-Анджелесе. Понял. А так вот где по миру, где пришлось пожить? Ну, я жила в Израиле, жила в России. И сейчас мы живем в Америке. Друзья, я вам скажу, она в России в таком месте жила, что мало кто жил в таком месте в России. Да, 11 лет я прожила в Биробиджане. Да, кто не знает, что такое Биробиджан, могут погуглить. Вот, но вообще это созданная Сталиным такая территория, так называемая еврейская автономная область, или как она там называется, да? Да, еврейская. Да, и там есть там где-то 1500 евреев, и до сих пор это все не отменили. Вот то, что Ленина надо из мавзолея вынуть, это все говорят, понимаешь? А то, что надо эту Биробиджан, как ее там, значит, отменить, никто не говорит. Вот. Такой вот, это как грин-карт лотерея. Вот начни всем рассказывать, скажут, надо срочно отменять. Так в Биробиджане вас не обижали там антисемиты? Нет, не помню такого. Честно, маленькая была. Честно, я жила там до 11 лет, потом мы эмигрировали. А в Израиле антисемиты вас не обижали? Нет. Нет такого? То есть антисемиты есть, но тихо сидят? Я никогда такого не чувствовала. Понял. А говорят, что самые большие антисемиты – это именно евреи. Вполне возможно. Так. Ну хорошо. Так как вам вот в сравнении Калифорния? Вот Алиса у нас первый раз видит. Как вам Калифорния там в сравнении с Техасом? Ну, все более зеленое, океан. Так. Но насчет домов, мне кажется, более маленькие. В Техасе все большое. Конечно, там побольше, размахом. Подешевле. Да. Так. Хорошо. А тестируется? Вы сколько уже? 2 года тестируете? Да. Ну и как вообще? Кем вы раньше-то были? Ой, в Израиле я работала в компании Intel. Кем? Это более было как quality control. Quality control. То есть исходным, как бы готовый продукт тестировали? Да. Хардвер какой-то? Чипы. Чип, микрочип. Тестировать софтвер интересно? Очень интересно. Раньше никогда с этим не работала. Люди хорошие там работают, которые тестируют? У нас маленький офис, но все очень хорошие, все рады помочь, объяснить. Ну, хорошо. Лариса, как человек, поживший там, поживший тут. Да. А Лариса говорила, что она бы вернулась в Калифорнию, если бы чего там. Да. Если я выиграю в лотерею завтра миллион, я с удовольствием вернусь. То есть здесь просто дорого, но сердце, можно сказать, она у нас калифорнийская. Сердцем я здесь, да. Сколько лет прожила в Калифорнии? 5 лет. И 2 года там, да? Да, будет через 3 дня. 2 года? Да. Ну что же. Ну, смотри, вот ты приехала туда, сразу домишко приобрела, правда? Я купила дом, да, в очень хорошем районе, он уже вырос в цене за последние 2 года. Но все равно, как бы, я себя не чувствую как бы, на 100% счастливой, потому что есть очень много всяких сложностей в техасской жизни. Это связано с погодой, это связано
из погоды многое вытекает. Очень много мелких животных, которые хотят в дом залезть. Ну, и... типа кого? Крысы? Ну, крысы я не сталкивалась, но вот очень много муравьев потом, да. Которые такие жуки большие с крыльями летают. Ну, как бы у тебя огромный бэк-ярд, но ты не можешь там ничего делать, ты не можешь выйти туда босиком. И как бы иногда это понимаешь, что там нет никакого смысла в этом бэк-ярде. А винтовку даже. Приобрела себе? Нет, я не из-за этого. Ну, а просто пистолетик там дамский? Нет, у меня. А люди ходят, вот правда у них прям торчит наружу там? Я никогда не видела. То есть не всюду так? Может быть, есть какие-то маленькие, да, не из ходят, города. Может, в Форт-Ворсе. Да, в Форт-Ворсе, наверное, там такие ковбои ходят, у них быки такие, там есть шоу быков, они их ведут куда-то. И там до сих пор родео устраиваются. В общем, там все такое есть. Ну хорошо, вот люди, которые нас смотрят, которые думают, сейчас очень многие задаются вопросом, куда поехать. Вот сейчас они в лотерею подали анкету и говорят, и уже планируют, как они будут, ну, устраиваться на месте. Ну, из моего личного опыта, я думаю, что Алиса со мной тоже согласится. В общем, мы делали большой ресерч. У меня очень много друзей, которые уехали, жили в Калифорнии, и потом им пришлось куда-то уезжать, потому что люди женятся, имеют детей, им хочется иметь свою собственность. Да. И здесь, в Калифорнии, как бы не все могут купить это. Да. То есть мы ресерчили много мест, в принципе, только два места, куда люди едут, это Техас, Норт-Каролина. Ну, в общем, как бы Техас имеет все. Если вы не привязаны к погоде, к каким-то друзьям, которых у вас миллион, и все хотят тебя видеть и разговаривать с тобой каждый день, то, конечно, можно жить в Техасе тоже и в Норт-Каролине, но... Ну, я знаю людей, которые и в другие места тоже едут. Какие, например? Это может быть Юта, это может быть Орегон, это может быть Чикаго, Нью-Йорк, Сиэтл, это может быть Флорида. Поэтому, ну, есть много мест. Я просто сужу по выпускникам, по нашим. Конечно, если мы берем тех, кто просто с самолета сошел, очень многие оседают в Нью-Йорке и во Флориде. Ну, потому, да, я согласна, и в Чикаго. Что есть там, да. Во Флориде другое, там же дышать невозможно. То есть каждый раз, когда я выходила из отеля, мои очки покрывались вот таким толстым слоем. А где это было? Майами-Бич. А, окей, окей. Да, там тяжело дышать. Я знаю, что там это примерно как калифорнийский климат. Не климат, а именно природа, то есть цветы, да, и все. Да. Но дышать там совершенно невозможно. Я не знаю, как людям нравится. Влажность. Они привыкают, влажность. Они просто привыкают, да. И все. Я не знаю. Честно, я за два года не привыкла. Каждый раз, когда лето, это просто для меня убийство. А зимой ничего? Зимой нормально. Угу. И в Техасе также? Ну да. Влажно? Да. Не, в Техасе не влажно. В Техасе жарко. А люди вообще хорошие? Да, добрые. В Техасе люди хорошие. Там нет такого, что идешь там, тебе говорят, иди сюда, наливаем. Нет, там. Нет, в Техасе люди хорошие. Качество жизни в Техасе намного выше, чем во многих штатах, я могу сказать. Я была почти в каждом штате в Америке. Ну, техасцы гордятся Техасом? Очень сильно гордятся. Ну, это такая маленькая вещь, это республиканские штаты, кто себя не видит, в принципе, в нем, то, в принципе... Ох, мои туристы. Ну-ка смотрим на туристов. Куда не придешь, они на своих колесах. Тут, так. Значит, едут туристы. Давайте мы их пропустим. Пусть проезжают. Так, дальше сливаемся в едином порыве. Так, значит. Ну, то есть... Ну, я рада, что Техас дал мне Алису, почти что как моя сестра стала. Да, вы даже похожи. Такое ощущение, что в обе. А нам все так и говорят, мы жили в одном комплексе вместе. Да. Потом через полгода Лора купила дом. Потом два месяца после нее я купила. Ну, то есть, хорошо, когда дом. Хорошо. Да. Ну, все-таки, значит, есть какой-то смысл. И в Техасе тоже. Да, моя дочь, она никуда не хочет переезжать. Она сказала, что образование на несколько уровней лучше, чем в Калифорнии. Школы совершенно нельзя сравнить. Ну, я думаю, если под Калифорнией, там, понимать, Mountain View, там, с мексиканскими школами, то, конечно, так вообще... Ну, не все же могут жить в Лос-Альтесе, Михаил. Нет. Хорошо. Ладно, то есть девочке нравится там больше, чем здесь. Девочке очень нравится.
Ну, она не против переехать в Калифорнию, если будет дом, но в апартамент обратно она не хочет. Ну, то есть, все-таки ей важно, что дом, комната ей своя. Ей очень важно. Она на своей комнате собаку настроила завели. Все под себя. Нет, у нас два кота, дракона, которые ходят и все ломают дома. То есть, где брали котов-то? В шелтере. А что же они такие злые? Не, ну я шучу, господи, они очень милые. Угу. Еще маленькие. Да, они маленькие. Да. Ну что же, хорошо. Всем, да, всем удачи, выигрывать в лотерею, переезжайте куда хотите, куда сердце ляжет, так сказать. Ну и обретайте профессию. У кого нету? У кого нету, да. Маша вручкой. Бай-бай.